Майя, цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам. Считается, что история цивилизации Майя началась еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Ученые выделяют три периода развития цивилизации – доклассический, классический и постклассический период. Сначала на полуострове Юкатан возникают первые города-государства. Происходит освоение земледелия, появляются первые орудия труда. На раннем доклассическом этапе был основан город Ламаной, относящийся к старейшим городам цивилизации Майя. Далее происходило дальнейшее расселение Майя, развивалась торговля между городами. Около 700 года до нашей эры в Мезоамерике появилась письменность. На побережье Мексиканского залива первые поселения и храмы появились около 500 года до нашей эры. Самый ранний солнечный календарь Майя относится приблизительно к 400 году. Цивилизация Майя классического периода представляла собой территорию городов-государств, каждый из которых имел своего правителя. Культура Майя в это время распространилась на весь полуостров Юкатан. В майских городах возводились акрополи, пирамиды, дворцы и другие объекты. Появлялись новые обычаи, ритуалы, в том числе сопровождаемые жертвоприношениями. Появлялись новые города, например, Ушмаль и Коба. Однако уже в 9 веке нашей эры в южных районах проживания майя происходило быстрое сокращение населения, которое распространилось впоследствии на весь центральный Юкатан. Жители покидали города, приходили в упадок системы водоснабжения. Над точной причиной упадка до сих пор ведутся споры. Около 900 года жители покидают Тикаль. Города северного Юкатана продолжают развиваться, однако города на юге приходят в упадок. В X веке отдельные территории, населенные майя на Юкатане и в горной Гватемале, захватывают пришедшие с севера тольтеки. В этот период происходит смешение социальных структур майя и тольтеков. В 1263 году был основан Майяпан, который на время стал главным центром Юкатана, однако позже из-за восстания в 1461 году жители покидают его. После чего Юкатан вновь становится территорией воюющих городов. Происходит полный упадок цивилизации майя.